Итак, ребята, всем привет. Сегодня мы копаем неподалеку вот от такой красивой церкви. На территорию церкви мы не заходим. Копаем возле рано-рано утром. Вот, ребята, и у меня находка. Находочка у меня, вот она лежит. Старенькая, к сожалению, немножко убитая. Плюс, наверное, еще дырка в ней. Но монета, ребята, старая. Это у нас деньга. 1740 какой-то год. К сожалению, не скажу, какой год, но 1740 какой-то. Вот такая у нас монета попалась. Ладно, сегодня мы со Стасом копаем. Стас, привет. Наконец-то вы увидите скоро наши лица. В частности, вот в данном случае его. Задел есть. Будем продолжать. Все, смотрим. Наверное, где-то с полчасика ориентировался на местности. Смотрел, где, что, как можно походить. Вот копаем мы сегодня среди новых домов. Есть, конечно, и старые дома. Ходим рано утром. Неподалеку вон у нас находится церковь. Вот, и у меня сигнальчик был, я его копнул и скажу с уверенностью, что это монета. Монета у нас это царская. Царская монета, судя по размеру, 1 копейка. Да, 1 копейка 1911 года. Копаем мы сегодня вдвоем со Стасом Фартовым. Вот, находки, я думаю, будут. Все, смотрим. Итак, ребят, у меня очередная находка. Вот, она лежит. И это у нас, сейчас скажу, герб советский. Это у нас пятачок 1961 года. Ну ладно, все же находка. Итак, ребята, решил заснять вот такую вот красоту. У нас здесь происходит реставрация храма. Вот. Там вон стоят у нас леса. Там иконопись делают, наносят на здание. Я уже не помню, как называется, чуть позже, возможно, скажу, как это называется, храм. Вот. Но факт в том, что его взяли реставрировать. Правда, не в полном объеме, а, наверное, все-таки своими силами. Видно, что своими силами устанавливают. Вот такой вот замечательный старинный храм. Раз я нашел Анну Ивановну монету, значит, это храм у нас 17-18 век. Буквально недавно его стали реставрировать. Стоял он разрушенный. Вот, а сейчас все-таки взялись облагородить. Ладно, буду продолжать. Смотрим, видео будет интересно. Сейчас немножко все светает. И, наверное, переправимся в другое место. Итак, ребята, копаем мы здесь вот. Очень много мусора, много ложных срабатываний. Но все-таки Стас у меня вытащил монету наконец-то. Долгожданную, говорит, кричит, что большая. Сейчас мы посмотрим. О, ну да, ребят, это, наверное, сейчас, где-то, наверное, размером с трешечку, может быть. Так, сейчас посмотрим, мы ее побрызгаем. Да, ребят, наверное, какали, конечно. Наверное, все-таки пятачок. Пятачок николаевский. Ну а что, ровная монета, пятачок. Да, пятачок. Год. Сейчас я вам скажу. Какая-то она жирная. Не, ребята, год я вам сказать не могу. Слишком хорошая плотная патина. И не скажу. А, 1868 вроде. Александр меня снимает. Ну вот. Хорошая находка, большая, я так понимаю, у него это такая большая, самая первая находка вообще
за его практику. Да. Ладно. Да, ну что, можно поздравить его с первой большой находкой. Копаем мы здесь вот. Замусоренная территория. Рядом протекает вон внизу речка. Неподалеку у нас церковь. Вот. Так что можно здесь походить, оказывается. Есть монеты. Очень много мусора. Приходится копать очень много. Шмурдяка стараемся не снимать. Но решил снять вот такая вот фиговина выпала. И даже не знаю, к чему это отнести. То ли нож, то ли пика. Не знаю, вот такого образца фиговина. Возьму ее для музея краеведческого, для школьного. Вот такая фигня. Если кто знает, от чего это, прошу вас отписаться. Был сигнал, искал долго. И выпал у меня, знаете что, к несчастью. Сейчас я его что-то потерял. Вот она. Это у нас, ребята, была деньга. Смотрите, какого хорошего сохрана была. Орел хорошо проглядывается. Разрубили пополам, даже не могу сказать, какой год. Но это была, ребята, деньга. Жаль. Очень жаль. Выкопал я вот такую вот фиговину. Это у нас медная бляшка от ремня. Не знаю. Не могу датировать, какого года она. Ну, явно. После царизма. Ну, не знаю. Надо, наверное, переезжать с этого места. Куда-нибудь подальше от советского мусора. Итак, ребята, проезжая мимо, встретили мужичка около входа в дом. Он неподалеку у нас церковь. Вот, и с ним пообщались, он рассказал, где можно у нас покопать, ну и заодно напросился со Стасом к нему на участок. Вроде как, говорит, он здесь был какой-то магазинчик, плюс у него бояр какой-то здесь жил, вот на этом месте. И вот ходим по огородику, и у меня находка вышла. Ходим аккуратно. Здесь вроде картошка у него засеяна. Ну, в общем, он дал добро. И выпала вот такая вот у меня монета. Итак, ребят, у меня это очередная деньга. Деньга это у нас 1743, по-моему. Нет, 41. Вот. Ну, сохран, в принципе, для нее это... Вполне достойный. Все, смотрим. Был сигнал. Копнул. Увидел какой-то кругляш. Думал, какая-то фигня. Но когда перевернул, вот такая вот беда получилась. Даже не знаю, отнести это к разряду конины или же от какого-то средневекового костюма. Даже не знаю. Если кто знает, подскажите. Вещь, конечно, хорошая. Интересная. Музейная. Смотрите. Будут, наверное, интересные находки. Вот есть здесь вот дымовая у нас яма. Вон там еще одна. Вот рядышком я пройду и чуть правее уйду в лесок. У меня очередной сигнал был хороший. Копать здесь тяжело, пол штыка, потом начинается то ли глина, то ли что. И вот выпал у меня вот такой вот кругалик. Это у нас 3 копеечки 1900 года. С одной стороны, сохран просто изумительный. А вот с другой, прям красоту такую навели по всему
По всей окружности монеты у нас имеются вот такие вот зубцы. Стабильно. Каждый коп у меня. Так, ребят, у меня находка. Вот такая вот плюшечка. Но, к сожалению, ребята, почему у меня такие монеты все убитые? Убитые напрочь. Большая монета. Не знаю, размером с пятачок. Но, к сожалению, убита напрочь. Погода у нас хмурится. Вот, так что, наверное, будем скоро закруглять. Все. Дойду до машины, закончу свое видео. Итак, ребят, закончу я свой коп сегодня небольшой. Копали мы сегодня вот в такой вот местности. Мы здесь впервые. Нам подсказали, что здесь раньше вроде как были дома старые до советского времени. Трава высокая, густая, ходить вообще невозможно. Вот эти вот арки остались с советского времени. Здесь был как бы ферма по скоту. Вот, а так, по идее, здесь вот все была деревня. Вплоть до самого вон там вон лесопосадки. Там у нас протекает речка. Так что место действительно перспективное. Но это на будущее, только на весну или на осень. Трава, я повторюсь, очень высокая и густая. С находками у нас сегодня не густо. Все, что вы видели, видеообзор по находкам показывать не буду. Время уже подошло к завершению. Сегодня у нас, я повторюсь, короткий коп. До 9 часов мы копали сегодня. Надо домой сваливать. Так что, ребят, вот так вот мы сегодня покопали. Фартовый сегодня на удачу накопал неплохо. Поднял он пятачок Александровский. Потом пятачок 24-го года. Трешечку советскую. В общем, у нее находки тоже есть, но у меня находки по старине. Времен Анны Ивановны и Елизаветы. Ну ладно, ребят, закончу окоп. Всем пока, подписывайтесь. Почему-то у меня, я не знаю, с чем связано, очень мало просмотров стало. Но ничего, видно всех, все на копе. Все, удачи на копе, пока. Здесь мы копали, земля нам дала немножко монет.